Я не хочу показаться популистом, который всячески поддерживает отношения власти. Возможно, действительно, наказать Pussy Riot было правильно. Каким-то образом наказать, потому что так делать нельзя. Но вот они пришли в церковь. Вот если к вам домой придет человек с пистолетом, наставит его на вас и скажет, я тебя сейчас убью. Это же плохо, это же человека накажут, это угроза, угроза в убийстве. Это, по-моему, уголовная статья. Но при этом уже для верующих, там можно долго говорить об их интеллектуальном уровне, но когда верующие находятся в храме, для них любое издевательство в храме Господнем над этим Господом, они, для них это равноценно, что к вам домой придут с пистолетом. Для вас это ничего, а для них это равносильно тому, что на них пистолет наставили. Поэтому, безусловно, так делать нельзя, и это была такая показательная порка. С другой стороны, ну зачем ее идет делать? Потому что девчонки из Pussy Riot, они наши же сограждане, они граждане Российской Федерации. А все-таки мне кажется, что мы должны любить наших сограждан. И мне кажется, здесь нужно было сделать кампанию воспитательную, обвинить их в чем-то, сделать штраф и сделать какую-то большую кампанию, почему нужно уважать чувства других людей. Вот. Но, безусловно, любое проявление творчества, оно должно быть ограничено чем-то, и творя очень важно. В общем, ты чтобы, блин, я не рассказывал кучу всякой пурги, в Европе и в Америке, ну, постоянно цепляются, это политика их строится, почему они... В Европе и Америке постоянно нас пытаются чем-то подколоть. Счастье европейцев и американцев зависит зачастую от того, насколько большая жопа в России. Поэтому, когда у нас происходит все, на что можно повесить ярлык «большая жопа», естественно, во всем мире и представители всего мира будут об этом говорить, потому что у них культура такая, искать в России определенные нюансы негативные. Но другой вопрос в том, что Pussy Riot действительно накосячили. Но так как все-таки к ним можно отнестись как к нашим согражданам, и если они накосячили, никого не убили и просто кого-то оскорбили, нужно было принять адекватные меры на их поступку. Я, конечно, считаю, что пережестили в этом плане.